Самый интересный из пляжей Северного Угла, ну, наверное, за исключением Мандрама. Скажу, что Мандрам лучше, он другой. Там очень тихо и практически никого нет. Там на Раболе все время какие-то движения, люди есть. При этом тоже очень спокойно, тихо, как-то по-свойски, в отличие от того же Кундалима, где первая станция, которую он производит, это Геленджик. На пляже немерено народу, кафе на улицах, в магазинах, то есть все местные говорят по-русски. Ну, в общем, я думаю, что кто приехал отдыхать в Гоа в Кандалим и не вылезал оттуда, не понимает, что такое Гоа. В этой стране, конкретно именно в этом штате, мне кажется, невозможно что-то спланировать заранее. То есть планировать можно, но не факт, что это получится. То есть можно покупать, собираться покупать шорты полторы недели и не купить их, например, как это делает Сергей. Покупать зажигалку три дня. Может всего собираться поехать встретить Сансет в Раполе первые же два дня по прибытии, попасть туда через полторы недели. Ну, в общем, атмосфера была очень расслабляет, настраивает на позитивный лад, делает тебя более медленным. В общем, ведешь образ жизни, похожий на овощ. Если я в будущем еще соберусь посетить Гоа, я думаю, это обязательно должно туда зайти. И наверняка основным местом своего пребывания выберу Арамболь. Вот, переночевали ночью мы в замечательном месте. Шурик, вот тут наш номер был, вот, спали, смотри, вид какой, надо было красиво, под Шуморе засыпаешь просто в одну минуту, сейчас позавтракаем и пойдем на пляж, а потом возьмем байки и поедем, планов больше вроде никаких нет, куда поедем, еще пока тоже не решили.